Неуместные и неуклюжие. Так расценивает МИД России заявление Хельсинской комиссии Конгресса США по терактам в московском метро. Члены комиссии в частности отметили, что архитекторы политики Москвы на Северном Кавказе не ездят в метро. А совершенные теракты – это крик о помощи, призывающий к прекращению насилия и бедности на Северном Кавказе. Однако в российском внешнеполитическом ведомстве считают, что это заявление идет вразрез с позицией мирового сообщества и президента США.